вон там вдалеке уже наше озеро, куда мы едем. Итак, друзья, всем привет. Приехали мы вот на вот это вот озеро. Называется оно Лунный Камень. Рыбачить будем здесь с ночевкой. Здесь водится вроде карась, ну, ротан попадается. То есть сейчас время обед, вечерний клев, утренний клев. Ну и рассчитываем где-то завтра до обеда здесь побыть. Сразу же первым делом замешаю прикормку. Прикорм у меня самодельный. Здесь геркулес, панировочные сухари, квас сухой, сахар, соль. Такая вот смесь. Очень хорошо работает на карася, очень дешево выходит. Добавлю немного еще Дунаева, карп, сазан, карась. И сразу же добавим водички. Очень хорошо лепится. Закармливать место не буду. Буду использовать только в кормушке. Для рыбалки буду использовать, как всегда, свои любимые снасти на карася. Первая снасть готова. Как говорится, ловись, рыбка, большая и маленькая. Сперва буду кидать где-то на середину. Сейчас время 3:30 вечера. Я думаю, еще карась не активный, ближе к вечеру посмотрим, где он начнет более эффективно клевать и будет ли клевать вообще. Второй спиннинг тоже уже практически готов к забросу. Также, наверное, закину его на середину. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ну все, вот так вот я расположился. Ждем первой поклевочки. Прошло около 10 минут, как забросил, пока что ни одной поклевки. Ну вот напротив там дедуля, если видим, он уже карася вытащил. Мы пока в ожидании. Ну вот, друзья, короче, первый карасик сегодня попался. Самый-самый первый мой. На удочку, кстати, на поплавочек. Положил поплавок, не успел заснять. Ну ладно, рыбачим дальше. Вот так вот мы расположились. Сейчас приготовим. Ну, сейчас приготовим картошечку с тушенкой. Вот тут вот я буду ночевать. В палаточке, спальники. Вот это вот мы, конечно, сейчас все разгребем. Мы только из машины все достали, что надо, что не надо. Ну все, остаемся здесь до завтра. Ну, пока нет клева, обед у рыбы. Мы себе тоже приготовим обед. Для начала потушим картошечку. С обычной тушенкой, это самая распространенная походная еда. Морковка, лучок, тушенка, картошка. Ну, вот, главные ингредиенты уже в казанчике. Теперь дождемся, когда все закипит, и можно опускать тушенку. Так что тушеночка у нас уже скоро будет готова. А если сейчас карасиков еще поймаем, вечером уху забабахаем. Ну-ка на соль попробуй. Уже вкуснота, соли маловато. Вот на этот спиннинг только что была хорошая поклевка. Но не успел добежать, пока готовил. Он сейчас еще клюнет. Правую удочку поклевка. Непонятно. Ну, по-моему, холостая. Сейчас посмотрим. Или маленький кто-то сидит. Нет, сидит кто-то. Кто-то сидит. Вот он. Такой вот карасик мне попался. Это уже радует. Поклевочки вяленькие, слабенькие, но все-таки иногда идут. Нет-нет, так в полчасика один карасик попадается. Кто-то есть. А этот кто-то ротан. Ну, не маленький, кстати. Вот такой вот попался. Так, ну вот, друзья, время уже 9 вечера. А вон у меня, по-моему, на удочке поклевочка. Как бы повело чуть-чуть поплавочек. Смотрите,
кто повел. Мелочь. Донки стоят молча на середине реки. Начал маленько работать поплавок. И карасика поймал, и там еще какую-то рыбку неизвестную поймал, и поймал ротана. Карасик. Вот он. Ну, небольшой, но карасик. Ну вот и ночь наступила. Тихо, спокойно, все уже рыбаки разъехались. О, друзья, еще один карасик. Всю поклевку не успел заснять. Вот такой вот попался партизан ночной. Так что вообще отлично. И вот, кстати, кто-то мне говорил, что в основном клюет на ближней кормушке крючок. А как вы видите, поймался он на дальний крючок. Так что тут двоякая ситуация. Ну вот он, ротанчик еще один ночной у нас. Подожди, дай-ка я его на камеру. Крупные уже поймали. Да, у меня такие же поймались, два штуки. Время без 10:12. Поклевочки слабенькие, но идут, так что не теряем надежды, сидим, ждем нашего трофейного карасика. Вот, друзья, время 12 часов ночи, еще одна поклевочка, посмотрим. А, блин, опять ротан. Вот такой вот. Время 1 часа ночи, было несколько поклевочек, но тут уже в темноте ничего не снимешь. Поймал я несколько карасей, ну и ротанов немного. Так, друзья, утренняя проверочка. Опа! О, смотрите, блин, ротан больше карася попался. Ну, попался. Вон второй стик тоже прослаб, но немного мы поспали. Так, и здесь сейчас проверим, что... А тут тоже, друзья, дуплет. Вот, смотрите, друзья. О, собака какая-то прибежала к нам в гости. Итак, друзья, чуть-чуть проспал я утренний клев. Время где-то 6:30 утра. Пасмурно, ну вот за ночь, пока я ночевал, как вы видели, на обе удочки дуплетом поймались карась и ротан. Рыбачим дальше. Посмотрим, что утром нас ожидает. Друзья, на ночь убирал удилище. Сейчас обратно поставлю. Кстати, на него тоже вчера и карасиков поймал, и ротанов. Погода меняется. Сегодня к обеду уже передали дожди, грозы. Как вы видите, небо все затянуло. Вчера было ясно. Сегодня уже немного с тучками все. Кто-то идет, карасик, по-моему. Нет? Нет, ротан. Вот, зато смотрите, какой жирнющий ротан попался. Вот он. Нет ничего вкуснее с утра, чем минеральная вода. И жажду утоляет, и придает бодрости. Вон, друзья, смотрите, у меня корефан какой лайфхак придумал. И говорит, очень довольно-таки эффективно работает такая приблуда. Малейшие поклевки, все чувствуется. Так что, если что, берите на заметку. Видите, вон там вон друг буянит, в палатку забрался, мошки закусали. Оп, поклевочка. И он их там колотит, короче. Не вытерпел, спрятался. Я пока еще держусь. Смотрите, кого поймал. Вот такую вот козявку.
корефана тут клюет, а он уже уснул. Есть, блин. О, карасик. Вот такой вот. Ну, сегодня вот такие вот стандартом и ловятся. Так, друзья, вот, вот сюда вот была поклевочка. Кто-то сидит. Вот он. Такой вот карасик мне попался. Это уже радует. Оп. Карасевич, но маленький. Вот такой вот. Итак, друзья, время около 8 часов утра. Очень сильно, как вы видите, активизировалась мошка. Грызет вообще, просто уже всего загрызли, я на нее внимания не обращаю. Один мой зритель мне посоветовал тут один рецептик от мошки, как с ней бороться. Я вот домой приеду, его приготовлю. Если вам интересно, там смотрите. Чуть позже будет видео, если это эффективно, конечно. Ну, пока секрет не буду рассказывать, пока сидим дальше рыбачим. Ну что, друзья, время близится к обеду. Начинаем потихоньку собираться домой. Сейчас покажу весь свой улов. В принципе, отдохнули шикарно. Если бы не мошка, то вообще было бы все зачудительно. Я еще только что сходил искупался. Водичка, во! Итак, смотрим в итоге, что у меня получилось. Вот так, в принципе, на уху хватит. Карасики и ротаны. Ротанов немерено, карасей мало. Вот, друзья, все мои трофеи со вчерашнего, считай, вечера до сегодняшнего утра, ну, до обеда. Килограмма 2 или 3 есть. Ну, результатом не очень, конечно, доволен. Мошка всего съедает. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока. До новых видео.